слыхали эту новость, что Шинком спидили, винят в том, что его интересуют дети. Все эти мальчики сладкие, типа Биба Джастинса, и проходили тест на прочность белого яйца, чтобы ходили безотказно на белые пати, чтобы тереться в масле с черными дядями, чтобы хотели славы и заработать бабки, чтобы копам не словечко, чтобы не получить по шапке. И даже Лео и Трамп его друзьями были, и на его вечере тоже завсегда ходили. И даже Том и Ашсон, и Пресвятая Опра, и даже Трамп и Кардашьян, и даже Рита Ора. И что у Шона была когда-то белая дочь, которая исчезла в одну прекрасную ночь. И что у Шона в подвалах существует туннель, путь в плейбой, мэншн, может быть даже бордели. И что Рири была 15 и попала в гарем. И что контракт или окно, ну вы видели мем. И что у Смита дал сына на растерзание, чтобы семья зарабатывала состояние. И что 50 мужских дырочек огромный поклонник. И что Джей-Зи на самом деле его тайный любовник. И что Бейонсе они кормят веществами на завтрак. И что она привозит Батниму в этот развратник. И что она убирает всех, кто там лучше поет. И что Шинол все про Алин самолет. И что Адель в Германии типа пересидеть, как получила свое время, чтоб не посидеть. И тут поплыла инфа из каждого утюга, что Эда Диди тогда еще замочил тупака, что устранял по сути всех, кто стоял на пути. И что Джило замешано во всей этой мути. И что Джагуар, сестра Джей-Зи, заговорила и мстит за то, что он использовал ее мудила. Не сделал ее дивой, ведь она ему отказала. И что гордится тем, что свой язык развязала. И вот недавно на Педиде случилась облава, и он не ест ничего, думая в еде отрава. Ведь он сидит и ждет судов в бруклинской тюрьме, а его юристов просто купают в говне. И вот 120 жертв уже подали в суд. И что Джей-Зи и Бейонсе уже куда-то бегут. И что Джило уже давно улетело куда-то. И это все из-за Дональда, из-за Сената. Ведь скоро выборы, дети, и Трампа надо убрать. И надо только за Камалу Харрис голосовать. Ведь есть у Трампа голова и личное мнение, а Камала как марионетка легка в управлении. А кукла вот этот парень с неизвестным именем, ему не интересно, кто и за что подсудимые. И он решает, кто сегодня будет править страной. Ведь главное не судьба, главное контроль. А сколько бы я ни ходила по этой земле, а хер просышь, как и что у людей в голове. И какова бы ни была сейчас плоха погода, Уилл Смит останется разочарованием года. А сколько бы я ни ходила по этой земле, хер просышь, как и что у людей в голове. И какова бы ни была сейчас плоха погода, Уилл Смит останется разочарованием.